ваши колено, когда зафиксированы, не болят, то сустав легче контролировать движение. Он должен, без, не меняя угол, двигаться, то есть параллельно земле. Когда вы коленом гуляете, то видите, пояс перекашивается чуть-чуть, и уже сустав будет осторожно чуть-чуть зажиматься. Как только колено выдает, сразу плечо начнет гулять. Это звонок. Вы уже били в руки, да? Чуть-чуть звонок, попасть не может. Вот движение таза. Теперь, когда вы вытягиваете, если таз зажат, сложно тянуть. Вам нужно именно, видите, таз. Таз дает импульс. Почему? Таз мягкий, я полностью, у меня ничего мешает, я спиной тяну. Я таз увел, таз, у меня спина включилась, я его вытянул. Таз стоит, сопротивление, таз туда, да, зажат. Мышцы спины, я не могу тянуть спину, да? То есть мне придется только мышцами спины тянуть без тазобедра, без разворота. Здесь будет работать вот это положение. Упор на ногу и работа спиной. Таз, я делаю схему, смотрите, таз мягкий, я упираюсь этим рычагом таза в коленку, упор делаю. И вот этот, эта конструкция, во время, когда я делаю упор в коленку, она создает дополнительную силу. Ну, пирамиды строили за счет этих рычагов, двигали, плит. Рычаг, использование рычага. Ставили, повернули, камень переподняли. Здесь тоже самое. Точка опоры, рычаг, уперлись. Развернули усилия. Лег. Вы должны минимум усилия прикладывать, максимум результат. Находить в теле точки. Точки опоры. В каждом движении должна быть точка опоры. Зиркут удачи, точка опоры. Она же кокут удачи. Вы должны поверить. Кокут сюда, переходим, кокут удачи. Зиркут удачи, поворот, кокут удачи. Точка опоры. Кокут удачи. Попутно. Обязательно опор. Любое действие должно быть под опор. Джон, будем джон делать. Когда джон? Ноги делают раз, делают. Хватайте их. Попут сюда. Усилие. Усилие. Вот из этого положения. Вот здесь усилие должно. Первое приложение усилия, вот опор. От нее должно быть. А потом уже. А некоторые там, нет, не там опоры, не здесь опоры. Вы всегда должны прикладывать максимальное усилие, когда у вас есть точка опоры. И она постоянно меняется. Вот это передвижение зимкуцу, бокуцу, вы должны скинь, я сюда, скинь, точка опоры. На нее там, что, поворот, вы должны остаться здесь. Поэтому нога шиме, поворот, вот это движение должно. Если я точку опоры сдвину, вот в этом положении я нигде не опираюсь, понимаете? Это просто движение, силы тут нет. Вы не должны, если вы не потеряете точку опоры перемещения, вы не теряете силы. Если вам на плечи положить штангу, развернуть, вы развернетесь через опору. На носочке попробуйте развернуться со штангой. Колени повылетают. Класс. Смотрите.